Реализуя политику государства по развитию бизнеса, акционерным обществом Фонд развития предпринимательства «ДАМО» ведется работа по оказанию государственной поддержки бизнесу, в том числе и начинающему. На сегодня акционерным обществом поддержано порядка 197 тысяч бизнес-проектов по всему Казахстану на общую сумму 11 400 000 000 000 тенге. О проводимой работе по поддержке предпринимательства в Западно-Казахстанской области расскажут наши корреспонденты. Государственная поддержка бизнеса на сегодняшний день неотъемлемый элемент успешного развития региона. Филиал фонда «ДАМО» в Уральске проводит активную поддержку предпринимательского сектора, предоставляя два ключевых инструмента. Это субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам. В первом случае часть расходов по кредиту покрывается через фонд «ДАМО». С момента реализации программ поддержки развития бизнеса по инструменту субсидирования было поддержано 3804 проекта предпринимателей на сумму кредита 254,9 миллиардов тенге. В том числе за текущий, за 2023 год, было поддержано 339 проектов на общую сумму 19,6 миллиардов тенге. С помощью второго инструмента гарантирования по кредитам предприниматели могут обратиться в фонд в случае недостаточности суммы для залога. По гарантированию поддержано 2928 проектов на сумму гарантии 30,5 миллиардов тенге, где общая сумма кредита составила 67 миллиардов тенге. В том числе за текущий год поддержано 292 проекта на общую сумму кредита 13,7 миллиардов тенге и сумма гарантии 6,7 миллиардов тенге. Особенностью системы поддержки ДАМО является легкость обращения. В эпоху цифровых технологий процессы существенно ускорены. Схема обращения также легкая в электронной форме, подчеркивает в фонде. Это позволяет предпринимателям минимизировать бумажную волокиту и сосредоточиться на развитии своего бизнеса. В результате сотрудничества с фондом предпринимателям Уральска удалось расширить свой бизнес, среди которых кондитерский цех, футбольный зал, эко-центр и стоматологическая клиника. Активная государственная поддержка бизнеса в регионах продолжается. Мульдаса Драгалиева, Марлена Искалиев, Аймураджа Гапар, телеканал ТДК 42.